Встретились два друга, и один другому говорит: «Слушай, отгадай загадку! Ну, давай!» Умный, сдобный, интеллигентный и удобный. «Слушай, да не знаю!» «Балденька! Слушай, а с чего ты взял?» «Умный, потому что голова есть! Сдобный, потому что, ух, на яйцах!» «Интеллигентный, потому что встает при виде дамы, удобный, потому что складывается, как зонтик». Спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии. Всем пока-пока.